С вами Кинг, и мы снова играем Shadow Fight 2. Простите, это быстро смотрел. Ну, ребята, второй раунд. Какой же второй раунд? Второй раунд с отшельником. Как? Ты же первого телохранителя прошел, и не играешь отшельника. Второй раунд, то есть, чтобы мы прошли турнир. Первый акт перерождения, а сейчас у нас тайный путь, как будто. Это первый раунд был, а сейчас это второй. Первый раунд рысь, второй раунд отшельник, ребята. Ну, в общем, я буду сражаться в турнире против шутниц. На безумном уровне. Скажите, как можно проиграть этой шутнице? А я скажу, в темное время они перебирают и становятся более могущественными. И более лучше драться. Увидели, сколько у меня. А, кстати, броня стала зачарованной. Это одно количество атаки. Ну, мы побеждаем. Нет. И мы побеждаем шутницу в этом раунде. Второй раунд, ребята. Хотя ножи стали очень сильные. Ребята, она нас побеждает. Это не к добру. Все атаки. Блокируют. И мы выигрываем шутницу. И во втором раунде я получаю одну зеленую сферу, если так подумать. 18 монеток. Безумно. И вторую. Если нужно. Так что мы сыграем, потому что у нас очень много зеленой сферы. Никогда не видел, что я буду рад ниндзя и наши старые оружие дубинки. Видите, ребята, немножко крюка там. Иди гуляй, иди гуляй, гуляй. Для тебя крылья, парк для ниндзя. Ha ha!
ребята. Не нас победил. Извините, ребята, я что-то приболел. Весь мой твари было. Ну, ребята, это неудачная. Ну и тебе еще этим дашь. И мы выигрываем его. Значит, финальное сражение. Победа. Ни за кем. Или он выиграет, или это я. Невозможно приугадать его. Вот как он сидел, хоть нам повезло, что у нас шлем сильный. И вот побеждаем опять. Ну, ребята, это не к добру. Это не к добру. И мы ему атакуем. Мы его побеждаем в этом раунде, ребята. Еще слушайте, если победа за нами, то мы опять же получим столько же, сколько и надо. Ну это уж понял, врачи мне. Извините. Второй раунд. Это невозможно. Безумец. А вот это уже... Янка. Вот о чем я
выигрывает без мотивата в раунде. Извините. Второй раунд. Ребята, у нас проигрыш. И мы побеждаем без мотивации на 3. И получаем 2 зеленые сферы. Ну, ребята, на этом мне пора заканчивать. Не забудьте поставить лайки и подписаться на мой канал. Всем пока-пока. Пока.